все присутствующие преподаватели. Дорогой Владимир Николаевич, поскольку тоже является основоположником, у нас нынче 10-летний юбилей, и особо приятно, что этот юбилей еще и совпал в качестве подарка нашему основному юбилею 85 лет со дня основания нашего университета, как высшего учебного заведения. Десятый выпуск. Перед этим были еще выпуски. И в целом вот по этой программе, по этому пилоту, так назовем, мы подготовили уже без вас 56 специалистов. Вроде бы чуть-чуть, но, как говорят, бал золотник-то дорог. Ведь лучше меньше, но лучше. Вот здесь прозвучали слова Владимира Николаевича, что с призывом увеличим. И вот в этом году уже вас, если там среднее брать, больше, чем среднее, вот здесь присутствует. Поэтому это очень приятно. Нам очень приятно взаимодействовать с авиационной базой КАНТ, которая очень много значит как для России, так и для Кыргызстана. Поэтому вы получили дипломы разных уровней. Позвольте всех вас поздравить и пожелать, чтобы этот уровень и есть окончание вашего творческого образовательного пути. Есть русская пословица, правда, мне все говорят, это продолжение: век живи, век учись. Вот. И вот сейчас вот мы выпускаем по моей кафедре ракетчиков, будут тоже уместные слова говорить. Действительно, надо все время учиться, учиться и учиться. И тогда успех нас найдет. Позвольте от лица ректора Вейнмеха пожелать вам всем, в первую очередь, здоровья, успехов, удачи, ну и, конечно, семейного благополучия и счастья. Добрый путь. То есть вы уже не с самого начала сейчас двигаетесь вперед, у вас за плечами богат опыт, но вот чтобы дальнейший путь был не тернистый, автобан на 8 полос и с ускорением вперед в светлое будущее. У нас есть традиция, это уникальное место, это все, что плавает, летает, ездит, это Вейнмех. Вот на фоне этого прекрасного поля групповая фотография с участниками проекта КТУ и российской авиабазы.